Любовь запечатлевают на картинах, воспевают в песнях, светлые чувства дарят умельцам вдохновение. Альбина Дубинина и Александр Чуланов вместе уже 60 лет. Юбиляры отметили бриллиантовую дату. Неразлучники – это любимый оберег Альбины Дубининой и Александра Чуланова. Супруги также привязаны друг к другу. Их любви уже 60 лет. Оберег Альбина сшила своими руками. Женщина уже больше 20 лет занимается творчеством. 1500 фантиков. Если в килограмме, то 2,5 килограмма конфет. И оно все время пахнет шоколадом. Их семейное гнездышко похоже на настоящий музей. Муж поддерживает супругу во всех начинаниях. Творчество – это полезное. Человек должен творить. В свое время ты мой прочитал десятки тысяч книг. Отказ в получении знаний – это тяжкий грех. Бережно относиться к вещам Альбину Николаевну научили еще в детстве. Каждый предмет – история. Хранить память необходимо, говорит она. Отца Альбина потеряла маленькой. Спустя годы женщина создала общественную организацию жертв незаконных политических репрессий «Надежда» в Междуреченске. И 12 лет возглавляла ее. Муж всегда рядом. Человек, он очень грамотный. У него высшее образование. И сам он самостоятельно освоил юриспруденцию и защищает шахтеров бескорыстно, защищает их права. Луговая самобытная такая, потому что с Луговой начинался город мой. Для Александра и Альбины в Междуреченск родной город. Полжизни они провели здесь. Познакомились в 1957 году. Только открыли кинотеатр «Кузбасс», пришла на танцы. И ко мне подлетел такой красивый парень с такими ресницами, пригласил меня на танец. Золотую свадьбу супруги отметили романтично. В этот день в Мысках открыли памятник святому Петру и Февронии. Альбина и Александр также преданы и искренне в своих чувствах. Бабушка и дедушка гордятся внуки. Надо найти человека, который тебе правда нравится. Поэтому можно прожить долгую жизнь. Бриллиантовую свадьбу решили справить необычно. Выбрали старорусский стиль. Такое торжество все запомнят надолго. По жизни идти 60 лет этой дорогой супружеской паре помогают ангелы-хранители. Их любовь крепка, как бриллиант. В планах справить благодатную свадьбу через 10 лет. Вера Фефилова, Игорь Докучаев, Новости Плюс.